Всем привет-привет! Многие спрашивали, Аня, что вы делаете с пастой, которая у вас остается на эфире? Сейчас я снимала ролик для вечера с чуйской пастой. Вот у меня ее здесь осталось. Жалко выбрасывать. И что я делаю? Я добавляю сюда водички немножко. И немножко. На глаз. Все это размешиваю. Взяла, настругала Астану. Идеал. У меня кусочек оставался. Добавляем. Астану идеал. Шипит все. Ой, мне тут ноготь поломанный. Не буду вам показывать. Будь здоров, сынок. Угу. Все это размешиваем. Размешиваем, размешиваем. Это у нас Астана идеал и уйгурская серая. Уйгурская серая, она у нас с солинкой. Вкус у нее очень интересный, как будто, знаете, приправы. Я когда была в Абхазии, вообще 8 раз я была там. И мне очень нравится, как там кормят, кухня ихняя. Там вот эти вот приправки всякие вкусненькие к мясу. Картошечку как запекают в горшочках. Вот. И вот мне почему-то напоминает именно вкус приправы. Глинка слабосоленая, очень плотная, в сухом виде. Так размешиваю, размешиваю. Хорошо размешиваю. Хорошечно хотела сказать, да? Как всегда у меня не получается. Со словами иногда. Так вот, все это размешиваем. Берем формочку. Размешали. И будем сейчас закладывать потихонечку. Вот так я закладываю. В цветочек. Тыкаем палочкой, чтобы меньше воздуха оставалось. Утрамбовываем, так сказать, массу. Угу. У нас остался еще один цветочек. Его тоже нужно заполнить, поэтому берем, продолжаем дальше наше путешествие по изготовлению. Так, ложку пока вот здесь поставил, опять добавляем водички, и у нас есть еще Астану, добавляем сюда Астану. Размешиваем. Размешиваем. Так, для жидкое получилось. Надо что-то еще сюда добавить. А что мы добавим? Сейчас я посмотрю на свои полки. У меня есть. А что у меня есть? У меня есть бордо. Получается, у нас здесь будет немножко уйгурской. Уйгурской. Я, наверное, в начале ролика сказала, что это чуйская, да? Сейчас сделала заказ, киргизский глин. И мне там чуйская на глаза попалась. И у меня, возможно, в памяти.
чуйская. Так, мы берем бордо. Вот у меня есть бордо. Остатки. Главное не переборщить. Так. Также размешиваем. Палочкой уже неудобно размешивать. Ложкой. Ой, запах какой обалденный. Видите, воды не хватает. Чуть-чуть добавляем водички. Совсем капельку. Всегда все делаю на глаз. Ой, чайник чуть не упал. Так. Посуда маленькая. Запах обалденный. Цвет тоже красиво получился. Так, также будем закладывать наш цветочек во второй. Утрамбовываем. Все. Так это все дело утрамбовывается. Здесь будет она плотненькая. Вот так вот делаются мои печенюхи. На скорую руку, так сказать. Тут осталось эти чуть-чуть. Прям жалко, придется еще делать. Но у меня уже формочек нет, все заняты. А, ну, что хотела еще показать вам. Показать я хотела. Сейчас это отодвинем. То уберем. А, вот. Ой, вот такая печенюха у меня есть. Красивенькая. Есть. И печенюшки, опять же, когда паста остается, не помню, честно, что на эфире какая-то паста была. Вот, я их тут залила. Почти подсохли. Вот так достаются. Да, чуть-чуть влажноватые. Такие вот красивенькие. Поломала палец об дверь, что мне в этом месяце с ногтями беда. Прям ломаю то об машину поломала. Давно, кстати, не ломала ногти. То дверью прихлопнула.
длину буду поменьше делать. Так. Влажновато еще. Вот. Не просохли. Вот такая красота. Все, всем спасибо, всем пока-пока.